В 2022 году в Ленинском городском округе в план по ремонту попала 21 дорога. 5 из них общей протяженностью почти 6 километров были реконструированы с привлечением софинансирования из бюджета Московской области в рамках губернаторской программы. Проспект Ленинского комсомола, к примеру, не только получил современное покрытие, но и новую разметку и светофоры со светодиодным освещением. В этом году применили новую марку асфальта. Это так называется евроасфальт, который подвержен, менее подвержен износу автомобилями, в том числе и большегрузными. Плюс переразметили, конечно, это нижнюю часть ПЛК, которые появились дополнительно 5 заездных левых карманов. Также по программе софинансирования были отремонтированы улицы Школьная, Тинькова и Фокина в Видном, Зеленое шоссе, ведущее в Горки Ленинские. Жители постоянно обращались там, что дорога была в непотребном виде. И в этом же году нам удалось реализовать ремонт дороги, мы ее расширили до 6 метров. И плюс, конечно, мы построили там тротуар, который необходим для пешеходного сообщения между деревней Коробово и Зеленое шоссе, Каширским шоссе. За счет муниципального бюджета удалось привести в порядок 16 автомобильных дорог в Молокове, Дыдылдино, Спасских Выселках, Калиновке, Петрушино, Пуговичине, Тарычеве и Дубровском. Новое покрытие появилось и на улице Олимпийской в Видном. Работы практически завершены на 99,9%. Остается нанесение разметки, установка дорожных знаков по улице Олимпийской. В 2023 году планируется продолжить реконструкцию дорог в селах и деревнях муниципалитета. Особое внимание будет уделяться транспортным артериям, ведущим к социальным объектам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.